Когда мы узнали, что на нашей территории Южного района будет строиться центр единоборств, жители все начали протестовать. Но мы не враги нашего города. Мы хотим, чтобы был этот центр. Мы хотим развиваться. Мы хотим, чтобы был красивым наш город. Но не на этом месте. Почему нет? Обратите внимание, под центр единоборств задействована территория бывшего скейт-парка. Мой ребенок занимался скейтом и самокатом, начиная с 8 лет. И это было то место, куда я спокойно могла его отпустить, потому что территория огорожена, рядом с домом. Сейчас нам приходится ездить в центр города, так как только там есть, ну, более-менее подходящие места для этого. Где лестницы, и там коляски поднимают, ступеньки, хорошее покрытие, на которое мне больно падать. Это вид спорта, за которым будущее. Благодаря этому дети не только физическую форму свою поддерживают, но также они развивают силу духа, ответственность, коллективизм, выносливость. Это уровень саморазвития, потому что здесь нет тренера, и ребенок сам себя берет и организовывает, и идет к достижению цели. Я до этого катался в Москве, переехал в Новороссийск, покатался в этом скейт-парке, занимал первые места иногда. Вот в Натухаевске недавно занял первое место. А вот приехал сюда, и через около 4 месяцев снесли это место, и мы были все очень расстроены. В простых поселках, таких как Раевка и Натухаевская, есть свои скейт-парки. Почему в Новороссийске нет ни одной площадки, на которой могут свободно развиваться дети? Нас бывает выгоняют из маршруток, из-за того, что у нас самокаты, велосипеды, нам приходится своим ходом ездить через набережные, через людей. Губернатор дал задачу в городе построить дворец единоборств. О, какая радость! Наконец-то! Не надо ездить к Путину, не надо ездить в приемную администрацию президента добиваться. Нас услышали, городу нужны спортивные объекты. Но почему нужно было отнять у детей и отрапортовать перед губернатором? У нас все есть. Разве так делается? Почему у нас губернатора слушают только тогда, когда им удобно? Губернатор сказал на месте снесенного драмтеатра на улице Рубина построить соцобъекты или парк, то, что выберут люди. Почему-то здесь мы не услышали губернатора, то есть наша администрация, и сейчас там строятся очередные торговые центры. Давайте слушаться губернатора во всем, а не частично, где нам выгодно. Почему не сделать на этой территории отличный скейт-парк? Дальше там стоит стадион, а между стадионом и скейт-парком сделать отличную зону спортивной славы. Я обращаюсь к вам, к мэру города, ко всем людям, что нам нужен скейт-парк, нам негде кататься, нам приходится ездить в центр, кататься по общественным местам, где ходят люди, где мы им мешаем, они нас часто выгоняют, и мы очень все просим, чтобы нам построили новое место для катания.